Всем здравствуйте! Телеведущий предстал перед подписчиками в маске примата. Теперь ушедшего с первого канала телеведущего перестали узнавать не только на улицах, но и в собственном инстаграм-аккаунте. Дело в том, что телезвезда и экс-ведущий шоу на самом деле деградировал в обезьяну. Видимо, повлияла самоизоляция. В новой публикации гражданский муж покойной певицы Жанны Фриске предстал в маске гориллы. Рядом с ним расположился еще один примат. Но подписчикам так и не удалось признать, кто спрятался под маской, именинник Платон или возлюбленная Шепелева Екатерина Тулупова. «Отоспались на карантине? Чувствуем себя хорошо», – подписал снимок Шепелев. А в сторис телеведущий продолжил свою шутку. Он сделал селфи под личиной гориллы и сообщил, что это увлажняющая маска. А парный снимок подписал «Записались к парикмахеру на конец апреля». Не так давно стало известно, что Шепелев вышел на новую работу. Оказалось, что его привлекли в качестве ведущего на познавательное и развлекательное шоу. Это некая студийная программа, где он может раскрыться как интересный собеседник с богатым жизненным опытом. А у нас на этом все. Спасибо, что были с нами. Подписывайтесь на наш канал. Ставьте лайки, комментируйте. Всем пока-пока.